Приветствую вас на канале Asmodee Play, подписчики и те, кто просто попал на канал. Мы играем Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, или Conviction, я даже не знаю, как это читается. Ну, вы, по крайней мере, это видите. Итак, давайте продолжим кампанию. У нас что-то интересное как должно Сэм быть. Сэм пробрался в мемориал Линкольна? Да очень просто. Секретная служба, действующая по приказу президента, провела его туда. Зачем они это сделали? Вот тут все запутаннее. Видишь ли, имя Луции Галлиард привлекло внимание Грин. Она знала, что с ним работает бизнесмен Рид. Однако сам Рид четко обосабливал все, с чем работает. И это было одним из аспектов его операции, которой Грин не имела доступа. Это вывело ее из себя. Что Грин знала, так это то, что Рид встречался с Галлиардом в мемориале утром, сразу же после публичной речи, которую давал вице-президент. Люди Галлиарда занимались транспортировкой, и именно поэтому он там находился. Грим бросила словцо президенту, который не любил совпадения. Она хотела знать, о чем они говорили. И это значило ввести Сэма на место для проведения звукового прослушивания. И большего, если понадобится. Итак. Я внутри, что теперь? Президент на линии, Сэм. Мы должны прослушать беседу Рида с Гильярдом. Поставьте жучок на мемориале. Не бежит? Мы думали об этом, мистер Фишер. Но люди Гильярда вычислили округу перед искрометным выступлением моего вице-президента, и на установку нового оборудования времени не хватило. И каков план Б? Это ты. Съемочное оборудование осталось там с утра. Найди контрольную будку, взломай управление камерами и записывай беседу, передавая ее нам. Так просто, значит. Ладно, сделаем. Просто. Чего просто-то, если не знаешь, куда идти, где эта будка и как ее управлять. А, вот, бегать. Что такое? Блин, я думал, оружие какое-то. Что, речь? Блин. Да, я считаю, было очень неплохо. Так, пока меня никто не останавливает. Что-то за миссия такая. Я вообще удивлен, что администрация... Смотрите, а там просто люди какие-то ходят вон там. Заходим. Дай-ка я закрою дверь на всякий случай. И... Так, Грим, я в съемочной будке. Что дальше? Управление как? Нужно синхронизировать меня с потоком данных с консоли, чтобы я видела, что мы пишем. Взлом не очень сложный. Не очень сложный. А это компьютерщик какой-то? Теперь тебе нужно освоиться с управлением камер. Здесь у нас направлены микрофоны. Качество высокое. Но они завязаны на фокусе камеры. Поймай в кадр Гильярда и Рида, и мы получим звук. Упустишь, не получим ничего. Ну вот так вот, ни хрена себе, ладно, будем а смотреть. Вот они. Мышкой управляется или как? Или стрелками? Переключить камеру, увеличить. Люций, я рад, что ты смог прийти. Нам нужно обсудить кое-какие последние детали. Осталось 24 часа. А ты хочешь обсуждать какие-то накладные? Здесь? Сейчас? Место чистое. И я знал, что ты будешь здесь, так как твоя компания занималась организацией Ричи Сэмпсона. Да, одна из моих компаний. У меня их несколько, включая Черную Стрелу. Ты ведь о ней хотел поговорить? Конечно, о Черной Стреле мы поговорим позже. Сейчас я хочу выяснить, что нужно делать, чтобы все прошло гладко. Вот как, значит. Ну, что-то эмоциональное. Принято, давай. Я впечатлен его словами. А тебе как речь Сэмпсона? Неплохо покрасовался. Его писаки заслужили премию. Он клянется, что пишет все речи сам. Уверен, народ ему верит полностью. А мне такие сказки не по душе. Ты не любишь Сэмпсона. Я не доверяю Сэмпсону, но лучше, чем он. А... Помнить. Ну-ну-ну, ты что же, угрожаешь мне? Я думал, мы оба цивилизованные люди.
Этого хотят твои люди. Люди, которых я представляю, хотят, чтобы ты разобрался с Фишером и перестал тратить их время и деньги. Если Мегида испугалась, давай-ка на чистоту, Рид. Мегида спланировала операцию. Мегида финансирует операцию, и в Мегида будут очень расстроены, если кто-нибудь им помешает. Ничему он не помешает, потому что мои люди с ним разберутся, раз уж черной стреле это не удалось. Посмотрим. Предоставь черную стрелу мне, а сам следуй. Какие тормоза в речи, пипец. Именно это место. Ты так думаешь? На нас смотрит история, и мы сами будем... Хочел, чтобы наша роль в учебнике истории не попала. Серьезно? Я думал, слава тебя больше привлекает. Я могу сказать, когда нужно, но у того, кто на сцене, самое плохое прикрытие. А прикрытие важно, особенно в нынешнее время. Что объясняет, почему ты все еще здесь. Директорская проверка. Ненавижу предоставлять дело случаю или третьим лицам. Ты должен быть в Париже. Тут скоро будет жарко. Мои люди будут очень заняты, так что я не смогу тебе гарантировать безопасность. А я тебя не прошу. Ты уверен, это должно защитить тебя и операцию? Ой, защитники, господи. Некоторым вещам нужен личный подход. Итак, если мама, мы не все обсудили, то дело сделано. Увидимся, когда все закончится. Прощай, Люций. Ну и все. Давай за Ридом. Можешь. Умнее будет поговорить с Геллиардом. Рид, можешь стрельнуть у него еще. Соглашусь. Меня интересуют подробности об этой Мегида. И Люций Геллиард наш единственный источник. Ладно, давай. Я задержу Геллиарда на месте. Подожди. Блин, вот так вот надо. Геллиард. Мистер Геллиард, меня зовут Анна Гримсдоттер. Я звоню от имени Тома Рида из третьего эшелона. Мне известно, кто вы. Я только что говорил с вашим шефом. Что Риду нужно на этот раз? Директор Рид считает, что решение, к которому вы пришли, не удовлетворяет обе стороны. И спрашивает, не готовы ли вы продолжить обсуждение. Ну, твою ж мать. О, это так заботливо с его стороны. Но ответ по-прежнему нет. Он хотел знать, нельзя ли подкрепить чем-то просьбу, чтобы вы смогли передумать. А? Взятка? Мистер Геллиард, кажется, вы не понимаете цель моего звонка. Да, мне тоже так кажется. Позвольте объяснить вам кое-что, мисс Гримсдоттер. Мне от Тома Рида нужно лишь, чтобы он дал свою работу. Не следовало тебе разговаривать с Грим таким тоном. Вот так. Охрана! Вот. Проклятие, где моя охрана? Давай. Наваляем. Здесь только ты и я, Люций. Давай поговорим. Что тебя связывает с Ридом? Спроси повежливее, отвечу. Ну давай, хрень его. По почке, по печени. Вообще с колена в нос, здорово. Головой в телевизор. Хо-хоу. Он на побегушках. Боже, ну ты балда. Ну-ка давай сюда его отведем. Посерьезнее, чем Рид. И посерьезнее третьего эшелона. С ними просто удобно. Подожди. Почему Рид не хотел, чтобы ты был в вот городе? Вот так. Над твоей разобьешь, техникой допроса еще работать и работать. Ну давай еще разок так же, хренани его. На. Он хочет начать шоу, когда сработают эми-заряды. Их три, они рассеяны по городу. Через несколько часов они сработают, и он будет играть в спецназовца. Он хочет впечатлить кое-кого. Да, ну давай. Эми, где мне их искать? Скажи, пожалуйста. Бей его. Не знаю. Такой был план, видишь ли. Тебе не остановить его, Фишер. Дело очень серьезное и уже поздно. Те, на кого я работаю, это просто часть их деятельности. Вали его, козла. Давай. За дочку свою. Мегидо. Кто это такие? Старайся упорнее, Фишер. На цыпочки поднял. Бум. Мегидо. Кто это такие? Те, кто заправляет этим городом, и Москвой, и Пекином, и всеми важными местами. Те, кто вытащит меня отсюда невредимым. А когда Рид разберется с
Чё? Ох, Рид. Где-то что-то взорвалось у него, что ли, внутри? Или его кто-то подстрелил? Сэм, что случилось? Киллер мёртв. Киллер убегает. Он нам нужен живым. Возможно, это наша связь между третьим эшелоном и Мегидо. Ни хрена себе. Вы мне задачку поставили. Вижу его. Он на сцене. Не важно. Эй! Так. Он нырнул под VIP-палатку. Оружие. Давай, да. Сэм, ты должен понять. Иди сюда, Фишер, я жду. О, боже, оружие! Я жду тебя, Фишер, давай. У него оружие, бежим. Иди сюда, Фишер, я жду. Я жду тебя, Фишер. Давай. Давай. Подожди, а что у меня есть-то? Иди сюда, Фишер. Я жду. Так. Ага, сейчас. Я здесь, Фишер. Я здесь. Подожди, он убегает. Он прыгнул через забор. Вижу. Я сказал, внимание всем подразделениям. У нас офицер в беде на мемориале Линкольна. Тем ближайшим подразделениям приказываю оказать ему немедленную помощь. В схватке с полицией не используй смертельных приемов. Убивать нельзя. Распоряжение президента. А как я его... Этот парень убийца копов. Здесь подозреваемый. Сэм, он ждет тебя. Тихо. Блин, не используй смертельных приемов. А как мне быть-то? С полицией не используй смертельных приемов. Убивать нельзя. Распоряжение президента. Ни хрена себе, вот как мне быть? Парень убийца копов. Подозреваемый внутри. Вперед. Игра окончена. Сэм, он ждет тебя. Вперед. Блин. Ладно. Я как понимаю, ломиться на пролом не надо. Сэм, в схватке с полицией не используй смертельных приемов. Сейчас будем пробовать это. Распоряжение президента. У него вроде один прием был всегда. Этот парень убийца копов. Это должен быть Фишер. Стреляйте. Осторожно. Сэм, он ждет тебя. Это полиция. Вы давай. Руками. Ну. Давайте. Я это слышу. Он там. Выходи, Сэм, тебе не уйти. Подозреваемый. Он там. Блин, да как так-то? В чем секрет? Как тут быть? В схватке с полицией не используй смертельных приемов. Убивать нельзя. Распоряжение президента. Этот парень убийца копов. Сэм, он ждет тебя. Вот так, наверное. Сдавайся. Береги голову. Оп. От полиции не спрятаться. Да, конечно. Выходите, вы арестованы. Проклятие. На. Пистолет я не могу взять. Ладно. Ни хрена себе. Оружие. Вы совсем сдурели? Я газ голыми руками должен вооруженного преступника. Я здесь, Фишер. Я здесь. Блин. Не дай ему уйти. Да стараюсь. Он спрыгнул, продолжая прямо по курсу. Давай, 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 беги. Беги. Уберите эту палатку, живо. Бежим, бежим. Черт, у него пушка. У него оружие. Помогите кто-нибудь. Оружие. Помогите. Черт, оружие. Я думал вместе с ними убежать вообще-то. Ага.
Пришлите сюда съемочную бригаду, срочно. Здесь один псих с пистолетом. Я туда не пойду. Просто хочу жить, ведь у него пистолет, и он убивает людей. Надо, чтобы вы это засняли. Он вышел и снова движется сам. Блин. А ведь я за ним бежал, все правильно. Видимо, так по сюжету должно быть. Офицер в беде. О боже, о боже, о боже. Я не хочу, не хочу умирать. О боже. Всем преследовать его. Пожалуйста, не убивай меня. Я не хочу умирать. О господи. Да сейчас. Не убивай меня. Иди сюда. Клянусь, я отдам тебе все, что хочешь. Только не убивай. Мы тебя найдем. Конечно, найдете. Сдавайся, я знаю, ты где-то там, выходи. Подожди. О боже, о боже, я не хочу, не хочу. Офицер умирать. Полиции, выходите. Пожалуйста, не убивай меня, я не хочу умирать. О господи. Опа. Вот и все. Есть агент. Сюда. Ни хрена, ты всех валишь, что ли? Прям как я. Ну, мясник должен быть только один. Полиция отходит с твоей позиции. Есть соображение, почему? Подключусь к их переговорам и узнаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Всем выйти, бегом. Держи дыхалку. У парня оружие. Вижу его. Вышел из кафе. Куда? Он идет к проспекту, Сэм. Да я вижу. Он вон направляется он. К этой машине. Мы его потеряем. Бум. Мы его и так потеряли. Ты в порядке? И ответ? Да. Лучше практически. На твою позицию идут несколько отрядов третьего эшелона. И куда мне? Третий эшелон отозвал их, когда подъехал. Значит, пошла жара. Нужно выбираться отсюда. Секретный агент, который тебя привез, едет забрать тебя. Но до его прибытия ты сам за себя. Так. Случилось непредвиденное. Полиция сообщает о несчастном случае в мемориале. Не могу отремонтировать. Воздержитесь от посещения мемориала, чтобы не мешать. Пока ничего. Это кафе – идеальное укрытие для такого парня, как Фишер. У кого-нибудь есть направление на цель? Были замечены передвижения больших сил полиции. Пока... Мне что, их убить сколько-то надо или что? Все чисто. Никаких следов. Он должен быть где-то здесь. Слышишь меня? Как тебе план Рида? Никаких следов активности. Давай. Похоже, тут ничего. Возвращайтесь к работе, но смотрите оба. Будьте начеку, он где-то здесь. Где ты? Никаких следов Фишера. Нам нужно торопиться. Полковник Рид не может ждать вечно. Сэм, на подходе вторая волна агентов. Я еще с первой не разобрался. Где они? У меня нет целей. Ой-ой-ой-ой. Идем сразу за ним. Давай. Вперед. Никаких признаков Фишера. Будьте внимательны. Кафе очень большое. Оно родом еще из 70-х. Блин, он в каске. Сомневаюсь, что я его сразу пробью. Найдите цель и уничтожьте. Здесь тоже. Контакта с Фишером. Продолжайте зачистку кафе. Может, можно так пересидеть так? И первую волну, и вторую. Не о чем рапортовать. А нет, смотрите-ка, легко убиваются. Ну давай. Никаких следов цели, повторяю, контакта нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Следите за движением, он близко. Давай. Ты где? Остальные, ты где? Фишера нет. Найдите его. Он все еще может быть в кафе. Никаких признаков врага. Продолжать поиски.
Ну. Ремонтировать. К тебе едет еще одна группа, Сэм. Похоже, цель двигается. Так. Всем быть на чеку и ждать. Проклятие. Нет визуального контакта с Фишером, но он должен быть в кафе. Черт, он мертв. Должен быть в кафе. Ни за что. Вон они, откуда берутся. Направление на цель. Ложись, Фишер приблизится, и тогда прикончим его за друзей на аэродроме. Блин, они еще мне мстить собираются. Кто-нибудь его видит? Вот черт, Фишер устроил серьезные проблемы. Мы не можем позволить ему испортить все. Остановите его. Так. Все тихо, никаких следов цели. Господи боже. Пока, да. Он может быть там. Он должен быть... Висим. Висим и ждем. Нет контакта с Фишером. Кто вперед, вперед. Проверил кафе? Да проверяют. Вау! Пора ехать, Сэм. Твой транспорт здесь. Через площадку. На мосту за кафе. Вперед. Проверить кафе и террасу. Фишер может прятаться где угодно. Никаких визуальных данных. Иди к мосту. Тебя давай. Какую цель? Я тебя прикрою. Контакт поблизости. Давай, давай, давай. Я ухожу. Ушел. Ха-ха-ха. Надо было продержаться. И я это сделал. Так, 14 часов это спустя. Это говорило о том, насколько Сэм изменился. Белый дом. Раздускал саму мысль слежки за третьим эшелоном. Он был бы человеком компании и преданным. Но сейчас он был здесь, готовый выпотрошить нутро из этой твари. Слабинка здания была в системе энергоснабжения. Основное питание и первичные резервные системы запускались в подвале гаража. Установив немного С4 в нужных местах, Сэм мог обесточить питание здания достаточно надолго, чтобы проникнуть в третий эшелон. И это было здорово для Сэма. Он собирался войти и хотел дать им знать о том, что приближается. Короче, шороху навести называется. Вкратце. А наговнять-то мы, да, всегда зарады. Да-да. Сэм, ты в гараже? Подождите. От меня воняет, как от алкаша. Это был лучший путь. Теперь ты должен использовать свою взрывчатку, чтобы вывести из строя основной и вспомогательный трансформаторы. Сделай это одновременно, когда будешь у панели, и у тебя появится небольшое окно, прежде чем аварийное питание снова включит систему безопасности. Все понял. Они на парковочном уровне, так? Верно, но в двух отдельных комнатах. И не светись, иначе они закроют защитные двери, и тебе крышка. И не давай этим камерам наблюдения поймать тебя. Так. Так, у меня нет автомата моего, да? А почему его нету? А у меня какой сейчас? Вот этот стоит. Ну, этот-то больше и сила. Почему я с этим-то бегал всегда? Точность, так, емкость магазина. Так, если я куплю, господи, так нет, конечно. Вот он, улучшить. Так. Ну, я думаю, у меня-то есть. Да нет же. Ух ты, новый открылся. Нет. Так, используется. Все. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, как бы кто не пострадал по несчастной случайности? Если только мы не найдем способ записать новые коды шифрования на картах-ключах. Я все еще думаю, что нам нужно было прибегнуть к помощи сканеров из лифта для надежности. Ух ты. Если он считает, что мы в безопасности, значит, мы в безопасности. Нет ничего, что невозможно взломать. Ты это знаешь. Ты же не собираешься начать рассказывать старые истории Сэма Фишера. Почему?
Ты же еще там. Будь я на месте Сэма сейчас, это было бы последнее место на Земле, где я хотел бы быть. Да, ты не Сэм Фишер. Успокойся. Лучше не связывайся со мной. Здание закрывается. Они знают, что ты там. Это конец. Блин. Ладно. Хорошо. Блин, заново надо вооружиться. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, как бы кто не пострадал по несчастной случайности? Если только мы не найдем способ записать новые коды шифрования на картах-ключах. Я все еще думаю, что нам нужно было прибегнуть к помощи из лифта для надежности. Риду решать, а не нам. Если он считает, что мы... Проклятие! Покажи, на что... Здание закрывается. Они знают, что ты там. А как вы хотели? Или надо было их отвлечь? Вас засек охранник. Ну-ка, через окно сейчас их попробую вольнуть. Так. Вооружиться. Нет, через стекло я их не смогу вольнуть. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, как бы кто не пострадал по несчастной случайности? Если только мы не найдем способ записать новые коды шифрования на картах-ключах. Я все еще думаю, ну, что нужно было прибегнуть к помощи сканеров из лифта для надежности. Риду решать, а не нам. Если он считает, что мы в безопасности... Подозрительная активность. Внимание. Проклятие. Так, все нормально. Получена ключ-карта. Так. 19 метров туда, 60 туда. Давай, Сэм. Мой внутренний источник только что прислал сообщение. Его ищет охрана. Это техник по имени Чарли Фрейман. Прежде чем спросишь, отвечу да. Я верю ему. Что ж, это меня вполне устроит. Где он? Что тут светлое такое? Вон он. Доберись до него раньше охраны, иначе он не сможет тебе помочь. Черт, тебя засекли. Они запечатали здание. Блин, а что, и камеру нельзя уничтожить? Блин. Теперь понятно, почему это так хреново. Так, ладно. Вооружиться. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, как бы кто-то... Опа! ...по несчастной случайности? Если только мы не найдем... Погодите, здесь что-то есть. Ну вот. Как-то так, девочки. Взята ключ-карта. Давай, Сэм, мой внутренний ключ. Блин. Здание закрывается. Они знают, что ты там. Вонючая камера. Ладно. Так, блин. Немножко надоедает вот тут в этом плане. Я, блин, сам, наверное, тороплюсь из-за этого. Тоже знал, что тут надо быть сильно уж аккуратненьким. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, как бы кто не пострадал по несчастной случайности? Если только мы не найдем способ записать новые коды шифрования на картах-ключах. Я все еще думаю, что нам нужно было прибегнуть к помощи сканеров из... Что-то не так. Сохранять бдительность. Давай. Так точно. Ждать после того. Воздержитесь от посещения мемориала. Всем частям, да? Был
Давай. Так. Давай, Сэм. Мой внутренний источник только что прислал сообщение. Его ищет охрана. Смотрим. Техник по имени Чарли Фрейман. Прежде чем спросишь, отвечу да. Я верю ему. Что ж, это меня вполне устроит. Где он? Около серверной. Доберись до него раньше охраны, иначе он не сможет тебе помочь. Четвертый, будьте внимательны. Так. Где еще? Здание закрывается. Они знают, что ты там. Это почему? Конец. Откуда вы? Как он мог узнать? Ой, тут, видимо, надо не стреляя как-то перебить их в основном. Давай. Боишься, как бы кто не пострадал по несчастной случайности? Если только мы не найдем способ записать новые коды шифрования на картах-ключах. Я все еще... Что-то не так. Нужно осмотреться. Проверка связи. Это... Так. Слазим. Давай, Сэм. Мой внутренний источник только что прислал сообщение. Его ищет охрана. Это техник по имени Чарли Фрейман. Прежде чем спросишь, отвечу да. Я верю ему. Что ж, это меня вполне устроит. Где он? Около серверной. Доберись до него раньше охраны, иначе он не сможет тебе помочь. Где? Забудь об этом, Сэм. Они знают, что ты внутри, и опечатывают здание. А почему? Мне что, совсем вообще никого не убивать нельзя, что ли? Ё-моё. А, одна из камер что-то зафиксировала. Блин, под камеры. Мне, да. Мне не надо их под камерами бить. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, как бы кто не пострадал по несчастной случае? Кажется, я что-то нашел, погоди. Так точно. Будьте внимательны. Подожди. Третий, обследуйте свой квадрат. На. Следующий. Так. Давай, Сэм. Мой внутренний источник только что прислал сообщение. Его ищет охрана. Это техник по имени Чарли Фрейман. Прежде чем спросишь, отвечу да. Я верю ему. Что ж, это меня вполне устроит. Где он? Там камера его не заметит. Его раньше охраны, иначе он не сможет тебе помочь. Да, камера его там не заметит, не засекает. Опа. Ну-ка. Смотрим, куда эта камера светит. Ну давай, давай. Давай.
Так. Блин, блински. Он аж под камеру ушел. Второе, будьте внимательны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А мне тела-то никак, да, там не убрать? Вроде не помню, чтобы тела убирались. Да куда ты светишь? Зрительная активность, внимание. Давай. Не расслабляться. Всем частям проверка связи. Господи Боже. Что ты? Блин, там еще внизу он. Побери, кто-то убил этого парня. Черт, тебя засекли. Они запечатали здание. Все, будем в прятки сейчас играть. Бегать, кувыркаться. Блин, вот жопа, короче, начинается. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне кажется, все чисто. Нам нужно заблокировать все подходы к гаражу. Боишься, опа. Кто не пострадал по несчастной случайности? Не-не-не-не. Давай, заберись. Погодите, здесь что-то есть. Всем частям доложить. Проверьте радио. Давай. Давай, Сэм. Мой внутренний источник только что прислал сообщение. Его ищет охрана. Это техник по имени Чарли Фрейман. Прежде чем спросишь, отвечу «да». Я верю ему. Что ж, это меня вполне устроит. Где он? Около серверной. Доберись до него раньше охраны, иначе он не сможет тебе помочь. Так, где-то вниз, еще вниз. Блин. Чего с вами в прятки-то я играть вообще никак не хотел. Что-то не так. Сохранять бдительность. Нужна поддержка. Так. Опа. В темноте-то поди тебя не найдут. Даже не знаю, что тут. Боже, это будет долгая смена. Как бы не последняя в твоем-то. Блин, я думал, там кто-то ходит. Так. Ладно, играем в прятки, да, получается? Давай, закладываем. Первая готова.
Нет, открывать я не буду. Хотя я уверен, их можно вынести всех. Просто игра сама построена на этом. Чтобы их выносить. Поэтому не надо тут петь военных песен. Опа. Так. Опа. Зачем? Так, вот ты-то здесь один. Третий, обследуйте свой квадрат. Вот так вот, ничего? Тихо, тихо. Уходит. Ну и я пошел потихонечку. Не против? Блин. Ой, как с вами тяжело в этом плане. Закладываем. Все, куда мне? Ну куда-то мне надо туда. Блин. Так. Ой-ой-ой. Подожди. Да нет, нет. Тебе показалось. Тебе... Фух, блин, дыхание задержало. Видите, сразу прошел. Все. Поехал я. Покедово. Интересно, если я энергосеть взрываю. Для Сэма третий эшелон всегда не в лифте ли я буду. Местом, где можно пишем. Пишем. Даже после всего, что случилось, он искренне верил в это. Но теперь он возвращался в качестве охотника, врага. Возвращался тем, о ком и подумать никогда не мог. Ну а правда, она дожидалась его. Растение на болоте. Ну, что-то воспоминания мои. Что у тебя за... в голове, то есть, что у тебя за глюки-то такие? Ох, и протараканит сейчас тебя. Блин, ну надо было тех ходить завалить. Каждого по отдельности как-нибудь там. Я уверен, что можно было бы. Вот так, сохранялка. А где мое оружие? А, подождите. Я убрал в экранизированный портфель, как я понял. Такая рука, коготь такой. Ага, это что, от птицы какой-то. Поговорим. Мы закрываем офис пораньше, в связи с рутинным техническим обслуживанием. Пожалуйста, загляните к нам завтра. Спасибо. Прошу прощения, сэр, но, боюсь, офис закрыт на вечер. Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер Рид?
сейчас не может вас принять. Но если вы хотите записаться к нему навстречу, мистер... Фишер, я когда-то работал здесь. Security alert. Main power is offline. Emergency power will be online. Молодец. Оперативно сработало. 2-1-0. Security doors are closing. Давай, Хит. Опа. Опа. А, вон как. Все, понял. Да, быстрее было бежать. А кто же знал, что он... Где ты? Добро пожаловать домой. Там Америка высечена. Прошу прощения, мы закрываем офис пораньше в связи с рутинным техническим обслуживанием. Да, мы слышали. Спасибо. Никак не пропускается. Прошу прощения, сэр, но боюсь, офис закрыт на вечер. Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер Рид сейчас не может вас принять, но если вы хотите записаться к нему на встречу, мистер... Фишер, я когда-то работал здесь. Давай, давай, там гроза уже идет вовсю. Security alert. Main power is offline. Ныряй под стол. Emergency power will be online in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Security Блин. Doors are closing. Бежать, надо бежать. Это зима. Это лето. Блин, солнышком согрето. Прошу прощения, мы закрываем офис пораньше в связи с рутинным техническим обслуживанием. Пожалуйста, загляните к нам завтра. Спасибо. Прошу прощения, сэр, но боюсь, офис закрыт на вечер. Да как тебя пропустить-то? Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер Рид сейчас не может вас принять. Ой-ой-ой. Но если вы хотите записаться к нему на встречу... Хоть навязай из этого. Фишер, я когда-то работал здесь. Фишер. Security alert. Main power is offline. Emergency power will be online in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Security doors are closing. Никакого контакта с Фишером. Повторяю, контакта нет. Черт, ублюдок все еще неплох. На. Что здесь имеем? Задание провалено. Вы попали в лов... Что, мне вообще надо бежать, что ли, не останавливать? Ну, ну, придумали же, нахрен. Ну, ладно. Прошу прощения. Пробел. Поговорить. В связи с рутинным техническим обслуживанием. Пожалуйста, загляните к нам завтра. Спасибо. Ёж твою мать-то, быстро придётся бежать. Быстро. Офис закрыт на вечер. Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер Рид сейчас не может вас принять. Но если вы хотите записаться к нему на встречу, мистер... Фишер, я когда-то работал здесь. Давай. Security alert. Main power is offline. Emergency power will be online in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Security Давай. Doors are closing. Фишер обнаружил. Я что-то видел. Нет признаков. Попался. Блин. Ну, теперь понятно, как это делается, конечно, но непонятно, как это сделать. Куда бежать, что делать, поняли. Это надо делать все быстро. Автомата у меня нету, только пистолет. И тут даже лапа нарисована. Кстати, только сейчас внимание обратил. Да, блин. В связи с рутинным техническим обслуживанием. Пожалуйста, загляните к нам завтра. Спасибо. Такое чувство, что такая концовки уже дело идет. Закрыт на вечер. Я пришел на встречу. Что-то быстро так, как концовки пришел. Сейчас не может вас принять. Но если вы хотите записаться к нему на встречу, мистер.
Фишер, я когда-то работал здесь. Давай. Иначе. Security alert. Main power is offline. Emergency power will be online in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Security doors are closing. Блин, и меня он вынес. А я его не вынес. Вот вам и весь пирог. Охренеть. Мама, не горюй. Вроде точность, его бонус хорошая. Чё ты, падла? Прошу прощения, мы закрываем офис пораньше. В связи с рутинным техническим осложнением. Нет, всё-таки нарежу. Нарежу. Ну это же невыносимо так. Прошу прощения, сэр, но боюсь, офис закрыт на вечер. Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер, с ним самым. Ну-ка, под стол, вопрос, давай. Но если вы хотите записаться к нему... Соси прощения. Мистер. Извиняйся, Фишер, там. Я когда-то работал здесь. На раз-два. Раз, два. Security alert. Под Main стол. Power is offline. Emergency power will be online in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Security doors are closing. Давай. Фишер, Ламберт мертв. Ты же знаешь об этом, правда? Твою ж мать, а этот-то откуда меня? Кто подстрелил? Где-то кто-то еще стреляет, что ли? Охренеть. Ай-яй-яй, добро пожаловать домой. Да мы уже поняли, нахрен. Вот сейчас тогда уже можно злым быть. Вроде так-то не эмоциональный, но здесь-то уж перебор. Пожалуйста, загляните к нам завтра. Перебарщивают они. Прошу прощения, сэр, но боюсь... Тут стреляют, там стреляют. Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер Рид сейчас не может вас принять. Но если вы хотите записаться к нему на встречу, мистер... Фишер, я когда-то работал здесь. Он говорит Бишер, но пишет почему-то Фишер, потому что я слышу Бишер через Б, а не через Ф. Security alert. Main power is offline. Emergency power will be online in 5, прям 4, вплотную подходим. 3, 2, 1, 0. Security doors are... Что-то быстро он меня свалил-то. Ладно, ничего страшного. Время чуть-чуть еще есть. Прошу прощения, мы закрываем офис пораньше, в связи с рутинным техническим обслуживанием. Пожалуйста, загляните к нам завтра. Спасибо. Прошу прощения, сэр, но боюсь, офис закрыт на вечер. Я пришел на встречу с Томом Ридом. Мистер Рид сейчас не может вас принять, но если вы хотите записаться к нему на встречу, мистер... Почему тебя Фишер, нельзя пропустить? Ты специально хочешь, чтобы выбесить вот так вот, чтобы в конце игры стали бесячими и уравновешенными. Main power is offline. Все, подожди, emergency сейчас. Emergency power will be online in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так. Security doors are closing. Никаких следов цели. Фишер все еще опасен. Давай, беги. Оп. Куда бежать? Сэм, Фрайман только что прислал мне свои координаты. Он ждет тебя в офисе у серверной. Так, минутку. Так. Мне надо что? Мина, так, Эми граната. Световая граната, если что. Есть идеи? Нет контакта с Фишером. Он не должен войти живым в наше здание. Черт бы его побрал. Ты связался не с тем парнем. Туда, бегом! Контакт. Вошел в вот так.
Блин. Ладно. Раз все равно я там. Где у меня арсенала нету? Я ничего не нахожу. На. Здесь никаких следов. Есть. Подожди. Да, конечно, входите. Вперед, вперед. Вон там. Блин. А что такое у меня? Не понимаю. Ладно. Никакого движения. Следите за движением, он близко. Запер. Так. Никаких следов Фишера. Должно быть, кто-то его спугнул. Готово. Блин. Нет контакта, нет контакта. Всем быть начеку. Я ничего не скажу. Мы только что запустили сигнал тревоги. Не могу. Господи боже. Похоже, цель там. Внимание, противник рядом. Проклятие. Там туда. Посмотрим. Да. Пошли. Опа. С Ламбертом. Значит, ты действительно хочешь, чтобы тебе надо... Цель пропала. Нет визуального... У кого-нибудь есть визуальный контакт? Проверить позиции. Похоже, он там. Ушел. Внимание. Найдите Фишера. Он где-то поблизости. Но будьте осторожнее. Он хитер. Блин. У меня все чисто. Ни Фишера, ни сотрудников. О, черт, граната. Мне нужно. Блин. Ладно. Тем не менее, я, по-моему, до сюда дошел. До куда дошел-то я? Да. Сектор чист. Здесь никаких следов. Никаких следов активности врага. Черт бы его побрал. Цель в квадрате. Вот и все. Ты покойник. Мы только что запустили сигнал. Черт побери. Вперед. Понял. Тихо. Замечен Фишер. Есть идеи. Бросаю осколочную. Нет контакта. Повторяю, контакта нет. Здесь никаких следов. Тихо. Не о чем рапортовать. Я ушел. Будьте внимательны. Он... Продолжайте искать. Он где-то здесь. Так. У меня ничего. Нужно разобраться с Фишером побыстрее. Некоторые... Черт побери. Давай, 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 давай. На что его мать-то? Опа. Попался. Ты Фишер? Сюда. Давай. Что надо-то? Устроить засаду и держать позиции. Ага. Строить засаду, блин. А ты Фишер, да? За дыхание задержал. Я с тебя фанател, когда ты здесь работал. Так фанател. Ну? Я тронут. Что у тебя для меня есть? А у меня вот что. Ультравысокочастотный акустический прибор наблюдения. Лучше, чем снаряжение агентов. На, примерь. Ну, давай.
Вуаля! С этими крошками он может видеть в темноте, может видеть сквозь стены, может что угодно. Только как? Тебя пользоваться? На какую? Еще я их немного подкрутил, чтобы ты видел лазерные сети системы безопасности. Заденешь луч, и турель наведется на тебя. Это неприятно. Я сам программу писал, извини. Ничего. И еще одно. У главных ребят похожее снаряжение. И если ты их видишь, они тебя тоже могут увидеть. Спасибо, это понятно. Я буду в порядке. Я скажу охранникам, что листал журнал в туалете. Они меня проведут обратно в офис. А вот тебе удачи. Давай. Хороший толстячок. Так. Fisher could be in the server room. I want everybody there. На Z, так. Атакуйте, это Фишер. Вперед, ищите цель. А? Где вы? Держать позиции, будем ждать здесь. О, цель на потолке. Конечно. Стоять. Активность на территории. Похоже на засаду. Держать позиции. Проклейшер здесь. Ой-ой-ой. Здесь небезопасно. Вот так. Давай. Блин, блински. Куда мне надо-то? Эй, эй. Так. Здесь я не выйду, мне придется в обход опять идти. Ну, давай посмотрим, что тут у нас. Ой, да я еще и правильно иду, оказывается. А как мне? Люди. Так. Нет, значит, как-то надо с той стороны это. Вот здесь вот. А, выбегать надо. Выбег. Есть контакт. Ой, черт. Да стойте. Вперед. Я что-то видел. Нет визуального контакта. Блин, а я его даже не заметил того-то. Ладно, ладно. Исправим свои ошибки. Fisher could be in the server room. ASAP. Замечен. Господи боже. Прикройте, мы входим. Пошли. У меня 26-27. Да, блин. Fisher could be in the server room. I want everybody there. ASAP. Кто-то надвигается. Мне нужна поддержка, полковник. Он меня достал. Надо поторапливаться и найти Фишера, джентльмены. Нужно опечатать здание. Ты пройдешь по этим балконам. Так. Господа. Нет визуального контакта. Ты пройдешь по этим балконам.
Я не вижу цель. Подожди. Туалет. В туалете кто-нибудь Фишер... есть все еще в нашем здании и на свободе. Повторяю, Фишер на свободе. Там кто-то есть? Проверить. Спокойно. Задержите его. Так. Здесь я кого-то не убил или что? Проверьте зал заседаний. Ничего мне необычного. Нужны 3 человека в главной зоне, немедленно. Проклятие. А, где ты? Что? На. Мы входим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Вроде пока отстрелялся. Пойдем. Сюда. Турели, значит, да? Значит, ждем турели. Ну-ка. Что-то еще не понял, кто-то там еще, что ли? Черт бы его побрал. Держать позиции, я думаю, он там. Объект замет. Боже. Мы двигаемся дальше. Пошли. Эй, дедуля, выходи, пора в дом престарелых. Здесь Фишер. Я слышу стрельбу. Блядь. Ай-яй-яй-яй, блин, ну как так-то? Что-то надо автомат, может, поменять? Возможно, это Фишер там. Ушел. Внимание. Вперед. Враг обнаружен. Это Фишер. Ой-ой-ой. Осколочная. Я буду направлять вас отсюда. Атакуйте цель. Отходим к цели. Выскать территорию. На. Думаете, мне патронов жалко? За свою жизнь, тогда ни хрена. Так. Активность в квадрате. Что тут у нас? Давай. В квадрате никакой активности. Удерживаю позицию. Мне сюда, не сюда? Нет, не сюда. Это те, которых я не убил, интересно мне знать были. Или кто? А, подождите, это я выбираюсь. Здесь мне можно и пошуметь будет. Что это? Использовать? Какая наглость. Так.
Блин, чуть не попался, смотрите-ка. Первый же чуть не попался. Тихо. Да-да, слышу, все. Отдыхай пока. Так, как мне быть? Блин, блинский. Так. Я уверен, пока что я правильно иду. Только куда сейчас-то мне? Так. Надо, когда они обе вверху идут. Блин. Сейчас они столкнутся. Вниз. Столкнулись. Вниз. И вот он момент. Так. Прошел. Как мне здесь быть? Блин, блин. Ага, вот, все. Нашел. Как-то страшно, блин, опять эти потом. Проходить. Слушай, Рид, это было частью уговора. Защита. Так что защищай меня. Говорю же, он здесь. Делай же что-то с этим. Повысь уровень охраны. Да хоть что-то, иначе он убьет меня. Рад снова тебя видеть. И я тоже. Фишер, стой. Я могу объяснить. Не надо. Зачем эти сложности? Знал бы ты, как мне пришлось долго идти через эти лучи. На этот раз никто тебя не спасет, Андрей. Теперь скажи мне, что за дрянь задумал Рид? Рид работает на Мегидо. Он использует третий эшелон, чтобы провести в страну Эми и установить их в Вашингтоне. Я помогал ему. Ну? Бей его! Ой, ну крику-то столько! Господи, столько Зачем? Пафоса! Какой Риду от этого толк? Президент, после того, как Эми сработают, они хотят убрать президента, парализовать город и использовать его как прикрытие для удара. Этой ночью. Ночью. Зачем им убирать президента? Я не могу этого сказать. Не можешь. На. На. Она не хочет играть в команде. А вице-президент у Мегидо уже в кармане. А Рид получит медаль. И славное повышение, когда это случится. Вот сукин сын. Последний вопрос. Важный вопрос. Что тебе известно о моей дочери? Ну, это действительно важный вопрос. Если я тебе скажу, ты меня убьешь? На. Я ничего о ней не знаю, Фишер. Я же сказал, мне дали фото. Сказали предоставить подходящее тело. Это не первый мой заказ для третьего эшелона. Им только это и надо было. Спроси свою подругу, Гримсдоттер. То есть она была только похожа на дочь. Уж она знает побольше моего. Ну все, можно убивать. Заткнись. Убил? Надеюсь. Все еще жив? Хорошо. Пожалуй. Так. Вот он, вооружаемся.
Так, вот это же без глушка. Без глушка. Так, зеркальный прицел. Метки. До 3 меток можно, да? Тоже до 3 меток. Так. С глушителем. Так, доступный по умолчанию с глушителем. Встроенным глушителем. Ладно. Посмотрим, что у меня с автоматами стало. Нет. Какая точность? Я даже не знаю. Ва. Так. Обладающая высокой убойной силой, отличной точности. Ну, точность, да, действительно. Ну-ка, а что тут улучшить можно? Ну, глушитель. Так, ладно. Так, увеличить число возможных меток на 1. Хорошо, ну вот. Давай. Вот ими я и вооружусь. Так, мне тебя никак не убить. Что мне надо сделать? Давайте посмотрим. Блин, не туда. Добраться до офиса Рида. Собраться. Так, первый этаж. Вперед, вперед. Фишер обнаружен. Перехватить контакт. Не вижу его. Да подождите вы. Нет визуального контакта с целью. Смотрим. Цель скрылась. Еще. Ну, вот он. Дым. Я не вижу цель. Ой. Так. Движения нет, не вижу цель. Дым. Грим, у меня только что состоялась интересная беседа с твоим другом Ковином. У Рида шашни с Мегидо. Они хотят убрать президента и поставить вице-президента на ее место. Эми их прикрытие. Ну, конечно. Помощь не сможет прибыть вовремя. Они организуют подходящий теракт и прикроются им. А что это? Ковин рассказал еще кое-что. Я направляюсь в твой офис, Грим. Что я там найду? Кое-что давно просроченное. Свяжись по телеконференции, когда туда доберешься. Поговорим. Здесь все чисто. А что мне, куда надо-то? Цель на лестничном пролете. В укрытие Вперед. Все. Ну-ка, мне, наверное. Так, ну все, назад. Пополнили патроны. Что у меня тут еще осталось? Я не понимаю, что здесь надо сделать. Войти в офис Грим. Ну. Не понимаю. Ладно. Идем. Блин, тот-то высокоточный прямо. Ой. Чуть не попал. Так.
Сейчас они синхронизируются немного. Так. Блин. Откуда они попали? Турели эти. Пань, приготовиться. Вперед. Грим, у меня только что состоялась интересная беседа с твоим другом Ковином. У Рида шашни с Мегидо. Они хотят убрать президента и поставить вице-президента на ее место. Давай. Эми их прикрытие. Ну, конечно. Помощь не сможет прибыть. Ну, давай, еще. Они организуют подходящий теракт и прикроются им. Ковин рассказал еще кое-что. Я направляюсь в твой офис, Грим. Что я там найду? Кое-что давно просроченное. Свяжись по телеконференции, когда туда доберешься. Поговори. Давай. Все чисто. Вот и все. Давай. Так. Здесь не заходим. Ну, давайте-ка попробуем одну Эми. Где у нас она? Вот так вот. Не действует. Блин, гребаные турели, где вы там находитесь? Чтобы вас знать-то. В этой комнате чисто. Не дайте себя заметить. Блин. А те трое где были-то? Я думал, сначала те трое появятся, потом эти уже. Здесь все чисто. Есть, это, кажется, я обнаружил цель. Умер. Ну что, инфаркт бывает. Так. Ее я не смогу. И эта хиромантия это лазит между ними еще. Блин, не спастись. Не спастись от турелей. А ты-то что так медленно вдруг? Блин, это уже не смешно. Начали. Так, и вот здесь вот, да, можно запнуться. Опа. Ну давай. Ой-ой-ой-ой. Открываем. Так, я не совсем понимаю. Так, теперь я понял.
А как? А как? Здесь все чисто. Стой! Черт побери! Здесь никого. Так, теперь... Не-не-не-не. Где мой... Ты чё взял? Где арсенал? Здесь всё чисто. Так. Какой мне нахрен дробовик? Вот он. Вооружится. Чисто. Конечно, чисто. Блин, интересно, эти как-нибудь отключаются? По-любому что-то есть. Только я... Только я не знаю. Так. Здесь никого. Давай. Вот так. Проходим в эту дверь. Здесь все чисто. Ну больше там никак же не пройти. Ничего. Или я ошибаюсь? Вот оно стоит. Все да, чисто. Не пройти. Чисто. Так. Поползли. Здесь все чисто. Все под нами, он в жучках, видите, вон сенсоры стоят. Эти сенсоры не сбиваются. Здесь все чисто. Пойдем. Блин. Ну наконец-то. Что-то есть. Начинаем поиски цели. Здесь все чисто. Просто предел мечтаний. Нужно найти их. Блин, давай. Здесь все чисто. Предел мечтаний. Кто-нибудь видит цель? Все чисто. Есть контакт. Тихо. Стрельба, осторожно. Пойдем потихонечку. Ник, осколочная? Конечно. Где вы? Я засек движение. Давай. Вот так. Ну, вроде как все. Да. Да, с вас много не взять было. Че, лошарики? Ну ладно. Вы же в этом не виноваты. Я все понимаю. Что там? Как вас еще утешить? Ой-ой-ой-ой. А здесь-то мне что делать? Не понимаю.
Так. Сюда вот я прошел, мне в ту дверь поди надо. Если она линейная игра, конечно. Ну, блин, почему тогда указатель то туда кажет? Непонятно. Так это неудобственно. Туда нет. Есть контакт. Это враг. Конечно, враг. И не друг, и не враг, а так. А пока нормально вроде. Бежится. Опа. Даже вроде не останавливают. Стой. Что здесь? Опа. Нет, я думал, может какой-то бонус заработаю. Опа. И мы здесь. В офисе. Отвечаем на звонки. Алло. Так, расскажи мне о моей дочери, Грим. Расскажи, почему ты врала мне. It was Lambert's call, Sam. Так решил Ламберт, Сэм. В его офисе было звукозаписывающее оборудование. Он берег все записи. Перед Нью-Йорком он дал мне коды доступа. Запустить только на месте. Это могут сделать только я. Вот что он сказал о Саре. Сара Фишер? Я получил от осведомителя в третьем эшелоне надежный... Так, что... Ну, короче... Хрен его знает. Угроза Саре была бы использована в попытке манипулировать Сэмом. Он был бы ненадежен, а это нельзя было допустить, и я сделал трудный выбор. Сару нужно было убрать с шахматной доски и спрятать в надежном месте. Без нее Сэм получал свободу. Монстра сделали бы из него. Свободу действий. Он бы страдал. Он бы делал. Остальное мелочи. Приготовить Саре новую личность, спрятать ее отлично справилась. Анна, и держи ее там. Ничтожество Кобина, чтобы найти тело, которое можно выдать за его дочь. А затем я солгал своему лучшему другу, сказав ему, что его дочь мертва. Я воспользовался его горем в интересах третьего эшелона. И самое ужасное, я никогда не рассказывал осведомителя. Опасность для нее и для Сэма еще существует. Это значит... Что значит? Что все должно оставаться скрытым. Ты и я знаем. Больше никто. Возможно, однажды. Давай. Застрели его. Своего лучшего друга, которого ты спасал. Сэм, выслушай меня. Послушай. Ты должен выслушать меня. Что сделано, то сделано. Сейчас ты мне нужен. Мне нужен Сэм Фишер, с которым я работала. Ты разве не слышала? Он мертв. Спроси у моей дочери. Сэм, please. Сэм, прошу тебя, мои аналитики обработали все оставшиеся данные, добытые, и мы не можем помешать им. Зачем я тебе нужен? Они установили три направленных ЭМИ-генератора, когда те сработают, импульс накроет до хрена чего. Оптимальное положение позволяет предположить, что один из них в районе. Отключи его. Человека-паука зовите. С какой стати? Да. Потому что его действие затронет квартиру Сары, отключив его, спасешь ее от последствий. Падла. И два других. А остальные два времени есть только на один. Так что спеши спасти свою дочь. У меня никогда ее не было. Это было просто блеф, чтобы заставить тебя сотрудничать. Я прошу прощения, если оно чего-то стоит. А что ты будешь делать? Я пойду в Белый дом с Томом Ридом и постараюсь спасти президента. Возможно, там и увидимся. Ой, президента, вот ну, пися важная. Пошел он нахрен. Мы будем спасать. Дочь. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.
плохая попытка.